Кассационный суд Италии подтвердил оправдательный приговор бывшему премьер-министру Сильвио Берлускони по скандальному делу Руби. Судебный процесс, получивший свое название по имени молодой марокканки, начался почти 4 года назад. По материалам дела, Берлускони пользовался сексуальными услугами девушки, когда то еще не исполнилось 18 лет. Через 2 года Миланский суд первой инстанции приговорил экс-премьера к 7 годам тюрьмы. Но в июле прошлого года апелляционный суд оправдал политика из-за недостатка улик, и решение Кассационного суда Италии окончательно и не подлежит обжалованию.